Всем привет! Вы на канале ТКФК ТВ. И сегодня я хочу снять комикс, мой новый комикс по теме Шипореза, а точнее моего главного персонажа. Шипореза, у меня есть главный персонаж. Вот она, это Фиалочка, мой любимый Шиборез. И я буду снимать комикс про него. Это, я думаю, надеюсь, вам понравится, поэтому подпишитесь как бы на канал и поставьте лайк, если вам это нравится. Ну что ж, а я сейчас уже буду начинать. Однажды жил один шипорез по имени Рекс. Он жил на арене всю жизнь и ни о чем не думал. Потом ему удалось бежать, и он стал жить на воле. И он встретил Розу Ветров, и они стали жить вместе. Потом у них появились детки. Посмотрите, какие лапочки детки. Если вам интересно, как я это делаю, то, может быть, я сниму обзор. И поставьте лайк, если вам это нравится. Мальчик Ветер. И девочка Фиалка. Если что, это мой персонаж. Когда Беззубик стал Альфа, они стали жить на Олухе. Когда Фиалка и Ветер выросли, они стали жить отдельно от родителей. Над комиксом работала Тыковка ТВ. Спасибо за просмотр! Подпишись на канал и поставь лайк. Да, обязательно это, ну, подпишись. И подпишись, конечно. И поставь большой-большой лайк. Да. Это мне очень надо. И всем пока. Пока.